Привет, друзья. Виктор Усачев, привет тебе. Вот он мне написал в Одноклассниках. Я там очень редко бываю, поэтому извините, пожалуйста. Письмо написал. Здравствуйте, Хасай Магомедович. Меня зовут Виктор Усачев. У меня вопрос, может ли подсознание с помощью маятника указывать, где находится направление, забытый предмет. Подробности в прикрепленном видео. Спасибо и большое спасибо за ваши ролики. И вот он там видео сделал, показывает видео, как он держит на ниточке вот этот маятник и рассказывает там, что у него не получается. Но я ему написал, можно маятником и можно рамкой, лозой так называемой, находить забытые предметы, и не только забытые предметы, а вообще решать много вопросов. Например, определить, какое давление у тебя со стороны. Вот так вот держишь, задаешь себе этот вопрос. А рука – это идеомоторное движение. Ты-то его чувствуешь, этого человека, а осознать не можешь, какое у него давление. А бессознание твое, твоей ручкой колышет, и определенным образом определяется там, ну, индикатор появляется. Но это можно делать только тогда, когда ты, например, этим вопросом озаботился, да, а потом на мгновение забыл, как бы, и тогда ответ всплывает, как фамилия бывает. Ты вот думаешь вспомнить фамилию, не можешь, не можешь, не можешь, потом отвлекся, и она всплыла. Ну вот будет у нас вебинар в четверг в 21 час, 8 числа. Там вот вы увидите, как оказывается можно, задавшись вопросом, между сном и бодрствованием, засыпая, так отвлечься, чтобы все ассоциации с этим связаны, были свободны, перешли в движение, такое образно говоря, и синтезировали тебе ответ. То есть ты нашел в данном случае не фамилию, не предмет. А это все, вот видите, это разные аналогии одного и того же механизма, потому что работа мозга устроена именно таким образом. И там я на этом вебинаре покажу и расскажу приемы, новые алгоритмы, как можно создавать себе озарение по заказу. Да, фамилию найти тоже вспомнить, и предмет тоже вспомнить, и решение найти, которое до этого казалось вовсе недоступным. До встречи, друзья!